Что касаемо замечания губернатора Евгения Куйвышева, он совершенно корректно, насколько позволяет ему его должность, посоветовал тебе, Владимир, следить за языком. А ты перешел на оскорбление и начал с чего-то блатовать. И если бы тебе делала замечание уралмашевская группировка, они бы тебе по-другому сказали. Они бы тебе сказали: слышь ты, Штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города, а еще лучше закуси свое поганое жало. Мне кажется, эта цитата должна украшать билборды в Екатеринбурге. В очередной раз ставлю лайк и восхищаюсь уральцами, которые не дают себя в обиду.